Всем-всем наидобрейшего. Вот была сейчас в Пятерочке, и там в продаже розы привезли. Прямо свежие-свежие. Прямо видненько. Видненько все такие. Прямо хорошенькие. Ну, как удержаться-то? Конечно, не удержалась. Там еще были белые и алые такие. Ну, вот я взяла вот эту вот двухцветную. Она одна была. То есть красненькая, посерединке оранжевая. Взяла вот нежно-розовенькую. И вот такую, она бледно-бледно-зеленая, можно сказать. Такие прямо нежные, свеженькие. В том году экспериментировала. И, в принципе, спасибо Власу Дурову за советы. На вот, что он мне подсказывал. То есть, я вот делала так, и у меня кустики жили. Но потом вот сгубились в один момент. Ну, тут, конечно же, моя вина. То есть, тут никому претензий нет, только к себе. Ну вот, в этом году попробую снова. Конечно, мне хочется все цвета, но я, то есть, пока остановилась на трех. Грубо говоря, на 1000 вот взяла 3 куста. Ну, очень такие нежненькие, постараюсь их сохранить, чтобы выжили, все хорошо было. То есть, все замечательно. Так что, кто вот хочет розочки, идите. Вот сейчас они прямо свежие. Ну, конечно, не знаю, наверное, в каждом городе по-разному привозят. Вот розовых тут вообще много, много маленьких бутончиков, такие, которые вот только зарождаются. Нужно будет, конечно же, их, наверное, пересадить сейчас. Но сегодня не буду это, чтобы их не беспокоить. Они и так в стрессе, бедные, переезжали, перевозились туда-сюда. То есть завтра, послезавтра, наверное, я их пересажу на новое уже место, в новые горшочки. Потому что тут такие рассадочные горшочки. В общем, буду снова пытаться, чтобы они у меня разрослись, эти кустики. Надеюсь, что получится. Ну, а всем хороших садовых творческих успехов. Урожаев больших, рассады вам доброй, хорошей. Ну вот. А я просто радуюсь. Всем хорошего настроения.